Привет, это Евгений Гробченко. Продолжим о мотивации, о том, как достигать великих масштабных целей, которые помогут вам изменить свою жизнь, улучшить не только свою, но и жизнь окружающих людей, помочь максимально большому количеству людей жить лучше. Ведь секрет успеха в жизни очень прост. Необходимо максимально большому количеству людей помочь решить проблему, избавить их от боли, которая у них есть, потом они вас отблагодарят, а деньги это уже как такое второстепенное приятное явление. Итак, мечта, цель это то, что то, чего не достает многим людям для того, чтобы улучшить свою жизнь. Они ставят мелкие цели и пытаются их достичь. Но многие люди не достигают больших целей, потому что они просто не ставят этих целей. Они не хотят создавать большие компании, концерты, концерны, трансатлантические компании, ставать выдающимся, открывать новые законы, получать Нобелевские премии, Оскары. Они ставят мелкие цели. Например, открыть ларек – это максимум, что они ставят. Научиться петь, научиться танцевать – это все хорошо, но для того, чтобы оставить после себя след в этом мире, нужно мечтать по-крупному, как мечтают чемпионы. И для этого, конечно же, действовать, прикладывать столько усилий, сколько потребуется. Вопреки всем трудностям и сложностям, обстоятельствам, которые будут мешать вам достигать цели, вы будете идти вперед, как паровоз, как локомотив, мчаться к своей большой мечте, к той мечте, которая, возможно, поможет вам полностью перевернуть вашу жизнь, улучшить качество вашей жизни. Поэтому нужно меняться, нужно быть готовым преодолевать эти препятствия. И у вас должна быть большая, огромная мотивация, которая записана в вашем подсознании. Вы должны всем сердцем стремиться к той цели, которую вы хотите достичь. Для этого нужно обязательно свою цель прописать. На листе бумаги спросите себя, написано ли сейчас у вас эта цель. Кстати, можете написать в комментариях, есть ли у вас цель прописана. Не просто вы ее помните, думаете о ней, а она обязательно прописана. И прописан ли у вас план достижения этой цели. Напишите в комментариях прямо сейчас. Итак, для того, чтобы достигать любых целей, которые в вашей жизни вы себе поставили, вам обязательно нужно быть готовым к тому, что на вашем пути будут трудности, препятствия и сложности, как я сказал. Для того, чтобы их преодолевать, нужно огромное желание, должна быть большая причина, большая мотивация. И в жизни нет бесплатного проезда. Нужно быть готовым к этим испытаниям, которые подготовила вам судьба. И, кстати, с одной стороны, и хорошо, что есть такие трудности, потому что успех достается не всем. Не все могут ездить на дорогих автомобилях, жить в шикарных домах, летать на дорогие эксклюзивные курорты. Это могут только избранные люди, которым либо в жизни очень сильно повезло, либо же они просто терпели, стиснув зубы, и шли вперед, и сейчас они заняли свое место под солнцем, и они пожинают плоды своего каторжного труда. И очень многие люди, я имею в виду не те, которые родились с серебряной ложкой во рту, а те, которые заработали свои миллионы исключительно трудом, пахотней и огромным желанием, целеустремленностью. Эти люди, они счастливы, но лишь немногие знают, каким трудом им дался этот успех. Поэтому вам нужно, чтобы у вас была большая мечта, чтобы вы шли к ней и преодолевали все трудности. Потому что жизнь – это опасное и жесткое место. И если дашь слабину, оно опрокинет с такой силой, что уже больше не подниметесь. Поэтому будьте готовы держать удары судьбы, а не плакаться, кому-то жаловаться, что у вас что-то не получилось из-за кого-то. Имейте убеждение чемпиона, победителя, лидера, который всегда преодолеет все трудности и достигнет цели, какой бы ценой она ему не досталась. Конечно же, нужно идти на обдуманный и взвешенный риск, но не жалейте себя, потому что каждый из нас способен на большие масштабные достижения.
Мы научились бегать милю быстрее 4 минут. Мы научились бегать 100 метров быстрее 10 секунд. Мы научились летать в космос. Мы можем многое, но не все подозревают, на что они способны. Поэтому ставьте свои цели, прописывайте план действий и каждый день выполняйте действия, которые приведут вас к желаемой цели. Это видео записал Евгений Горобченко. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.